По игре, я думаю, завтра будет очень серьезная игра. Будет команда очень хорошего уровня. У нас есть кадровые проблемы, тем не менее, завтра надо исправляться, прежде всего, перед болельщиками своими. Самое главное, чтобы ребята поверили в свои силы и показали на все, что они способны завтра. Ну, я думаю, ожидать можно от любого игрока в команде соперников. Быстро переходит с обороны в атаку. И по 4, по 5 человек выбегают, так что там очень опасно. У них крайне полузащитники, нападающие, которые цепляются. Так что это опасность может от любого исходить. Так, дійсно, для мене приємно приїздити до Львову, тому що в Львові я провів багато часу. І в цьому місці я відчуваю себе дуже комфортно. Про суперника можу сказати, Травмпорт прекрасно грає в обороні. Вони мало пропускають. Ми подивились декілька ігор. Можна сказати, що ігра завтра буде важкою. Ну, нам потрібно ті хлопці, які залишились, можна сказати так, живими, вийти, достати свої яйця і показати, що ми граємо вдома.